Всем привет, друзья, по многочисленным просьбам. Сегодняшний мой выпуск из торгового центра «Корзинка». Давайте сейчас пройдем и ознакомимся с продукцией, какие здесь представлены товары. Попросили сделать обзор на продукты, потому что очень часто снимаю базары, магазины. Сегодня наш выпуск из торгового центра. При входе у нас здесь фрукты. Вот бананы за килограмм 21,990. Дальше у нас идут киви 30 тысяч, это 29,990. Мандарины. Здесь у нас продаются огурчики за килограмм 37,990. Это у нас помидоры, сорт яблочный, 36,490. Огурцы 33,990. И розовые помидоры 42,490. Следующий у нас прилавок идет с фруктами, ягодами. Здесь у нас манго за одну штуку 27,990. Дальше у нас идет голубика. Это у нас получается за 125 грамм 53,990. Здесь у нас клубника. Клубника у нас... Клубника 177 тысяч за килограмм. Также в продаже появилась дауча. Для тех, кто не знает, дауча — это урюк, абрикос, незрелый абрикос. Друзья, также я хочу отметить, что все цены я буду называть в местной валюте, в узбекских сумах, а вы уже для себя будете переводить, как вам удобно, в рубли, в доллары или в евро. Все курсы валют я оставлю в закрепленном комментарии. Итак, мы подошли к отделу с мукой. Так, здесь у нас, значит, вот мука за 2 килограмма, упаковка вот такая 2 килограмма, у нас стоит 24,990. Я буду снимать продукты первой необходимости, потому что торговый центр очень большой, все обойти невозможно, вы понимаете, физически невозможно обойти. Поэтому я буду основные продукты питания первой необходимости. Дальше у нас идут макаронные изделия Макфа. На них как раз объявлена сейчас скидка. Раньше они стоили 14,490, сейчас 9,990. Здесь у нас сахар. Сахар уже расфасованный. В упаковке у нас 2 килограмма по цене 28,990. Здесь у нас идет мука Данинан. Это производство Казахстан. Тоже упаковка 2 килограмма по цене 26,990. Я подошла к мясному прилавку. Здесь у нас разные виды. Зависит от части тушки и цена. Здесь вот написано, что транч за килограмм 113,990. Так, дальше у нас идет отбивная 129,990. Вот такое красивое мясо у нас. Здесь вот продается шея. Шея по 88,990. Очень часто задают в прямом эфире вопросы, в какую цену говядина в Самарканде. Вот, еще раз хочу обратить ваше внимание. Ребра по 74,990. Дальше у нас идет корейка. Вот такие красивые кусочки. Вот эти все три подноса у нас корейка. Корейка у нас по цене 86,990. Далее у нас идут два вида фарша. Вот такой фарш. Это все говядина. И вот такой вид фарша. Этот фарш у нас идет по 99,990. А этот более жирный по 75,990. Друзья, вот подошла к прилавку с бараниной. Здесь не очень большой выбор. Баранину уже распродали. Но, тем не менее, хочу показать вам цены. Вот здесь у нас лопатка 107,990. Также здесь представлено мясо
курицы, куриное мясо. То есть здесь уже готовое маринованное мясо, вот крылышки маринованные по 50 тысяч. А также идет у нас вот здесь куриное бедро, филе куриное, фарш куриный по 53 тысячи. Это у нас окорочка 41 490. Крылышки по 42 тысячи. И голень по 40 990. Это у нас обзор на мясную продукцию. Сейчас я подошла к прилавку с охлажденной рыбы. Здесь вы можете видеть огромный выбор рыбы. Здесь у нас охлажденный сазан по цене 59 990. Дальше у нас идет карп по цене 72 990. Так, это у нас форель радужная по 85 990. Вот так выглядит свежая рыба. Она не замороженная, просто охлажденная. Вот такой огромный выбор. Здесь также форель радужная, но это уже покрупнее экземпляры. Очень крупные экземпляры. Они у нас идут по цене 125 990. Также здесь представлено филе форели за килограмм 215 990. Еще здесь вот стейки. Это тоже форель за килограмм 196 990. Также хочу для вас представить масло. Масло растительное. Здесь у нас 5-литровое масло. За 5 литров масла 92 990. Это масло подсолнечное. Дальше у нас идет масло олейна. Объем тоже 5 литров. Олейна у нас сейчас по скидке 82 490. Друзья, здесь у нас масло расфасовано в таком объеме, небольшом. Это у нас литровый объем. И у нас по цене идет по скидке 16 990. Также в литровой емкости у нас масло нежинское, подсолнечное, по цене 15 990. Друзья, палетную зону мы сняли, а сейчас хотелось бы для вас представить отделы. Здесь идет очень интересная акция. Вот вы можете видеть вот такие желтые ценники. То есть эти ценники каждые 2 недели в торговом центре «Корзинка» объявляется акция. Каждые 2 недели на какой-то определенный товар идет у них огромная скидка. Друзья, также хотелось бы отметить, что в торговом центре «Корзинка» есть собственная торговая марка «СТМ». То есть вот с таким значком 365 дней производится мука. Также имеется подсолнечное масло. Вот, 365 дней. Также вот здесь вы можете видеть вот с таким значком из корзинки. Это все товары собственной торговой марки. Не забываем вот такой значок 365 дней. Мы пришли в отдел с рисом. Все вы знаете, что Узбекистан это страна, где очень часто готовят плов, поэтому рис – это продукт, считается, первой необходимости. Здесь у нас тоже собственная торговая марка 365 дней. Рис у нас различный. Вот здесь представлен рис «Лазер» хорезмский по цене 26 990. Дальше у нас идет рис «Аланга», тоже хорезм, по цене 21 490. Также в этом отделе представлено очень большое количество различных круп. Здесь можете видеть крупа булгур по цене 21 990. А здесь у нас идет фасоль красная по цене 22 990. Горох, чечевица, гречка, маш, перловка, манка. Очень огромный выбор различных круп.
Здесь у нас представлена молочная продукция, то есть сыры. Можете видеть, здесь у нас колбасные сыры от местных производителей по цене 56 990. Здесь у нас идут твердые сыры, как от местных производителей, так же импортные сыры. Вот здесь, например, у нас сыр по 119 990. Производитель Занетти. Также вот здесь вот различные сыры представлены. Ценники можете видеть. 159 тысяч. Здесь у нас идет сыр Президент. Президент за килограмм 240-90 тысяч. Очень большой выбор различных сыров от разных производителей. Цены у всех разные. Вот здесь, к примеру, идет у нас сыр Олтер Мани за килограмм 149 990. Здесь представлена сырокопченая колбаса за вот такую упаковку 68 тысяч. Также очень удобная вот такая нарезка для наших хозяюшек. Пришла, открыла и все, готово. Вот такая упаковка нарезки 34 990 рублей. Выбор колбас очень большой, ассортимент огромный, но хотелось бы отметить, в среднем цены начинаются от 50 тысяч и до 100 тысяч за палочку колбасы. Вот такой огромный выбор. Ну и какой же обзор без молочки? Здесь у нас представлена вся молочная продукция от местных производителей. Это молкомбинат Агробрава, самаркандцы все знают. Так, здесь у нас что? Представлен кефир по цене. Это у нас получается за литр 11 990. Дальше у нас также местный производитель. Это молкомбинат Pure Milk. У них кефир за литр 13 990. Дальше идут различные глазированные сырки. Также здесь представлен творог, зернистый творог у нас идет за 200 грамм, 14 990. Также имеется обезжиренный 5% творог по цене 12 990 и 9% творог по цене 13 990. Также здесь представлена сметана 20% объемом 350 грамм по цене 19 490. Я думаю, этот палет тоже будет интересен всем нашим хозяюшкам. Здесь представлены стиральные порошки объемом 6 килограмм по цене Ариэль 199 990 и также Ариэль 9 килограмм по цене 279 990. Также не могла пройти мимо этого отдела, так как знаете, что я сама очень люблю готовить, а потом весна, это время пикников, отдыха. И вот здесь отдел как раз у нас идут с шампурами для шашлыка различного размера. И также представлены различные решетки, сетки для барбекю. Еще раз хотелось бы отметить о собственной торговой марке 365 дней. То есть здесь все уже готово для вашего отдыха. Упакованный уголь 2 килограмма. Также особое внимание хотелось бы уделить, что в торговом центре «Корзинка» имеется собственная пекарня «Нонвойхона», где производят наши национальные узбекские лепешки. Ассалам алейкум! Вот вы можете видеть здесь главного пекаря, который производит эти вкусные и ароматные лепешки. Вы формируете, как раз это идет подготовка. Взвешиваете, да, каждый кусочек обязательно. А какой у вас вес каждой лепешки? 330. 330 грамм, да? А здесь вот уже пекарь формирует вот такие колобки
Это будущая заготовка. А в тандыре у вас уже печется, да? Нет. А, пока нет. Вот сейчас вы... Греется. А, он просто разогревается пока. Угу. Сейчас будете формировать, и как разогреется тандыр, уже будете лепить лепешки, да? Для выпекания. Друзья, вот так выглядят уже готовые лепешки. Очень пышные, очень ароматные и очень красивые. Вот. К сожалению, весь процесс выпечки я не смогу заснять, но вот такой небольшой обзор. Друзья, продукты питания я максимально постаралась для вас осветить. А сейчас по просьбе подписчиков давайте дальше пройдем в отдел с одеждой. Здесь представлены товары торговой марки LC Waikiki. Проходим. И сразу при входе нас встречает мужская одежда. Сейчас сделаем небольшой обзор мужской одежды. Вот здесь можете видеть мужские футболки по цене 99 тысяч. Дальше у нас идут курточки по цене 649 тысяч. Это у нас ветровки по цене 549 тысяч. Дальше у нас идут различные брюки, джинсы. Так, здесь цена указана 229 тысяч сум. Очень большой выбор брюк различного качества и цвета. Здесь маечки, спортивная одежда, обувь. А вот такие мужские кроссовки по цене 399 тысяч сум. Так как уже идет у нас сезон весна-лето, здесь представлены шорты. Шорты у нас по цене 179 тысяч сум. Такие беленькие футболочки по цене 129 тысяч сум. Также здесь представлены рубашки по цене 179 тысяч сум. И другие виды рубашек по цене 129 тысяч сум. Также здесь огромное количество детской одежды. Детские рубашечки. Вот здесь у нас идет детская двоечка по цене 199 тысяч сум. Футболочка и белая рубашечка. Огромная торговая площадка, которую можно снимать бесконечно. Я вкратце вам осветила цены. Вот. Давайте пройдем дальше в следующие отделы и сделаем обзор. Поднимемся на эскалаторе на верхний этаж и посмотрим, какие здесь у нас торговые площадки. Мы поднялись на второй этаж, и, как вы видите, здесь представлена обувь торговой марки Flo, производитель Турция. Давайте пройдем вместе и посмотрим, что у них здесь интересного. Сразу при входе нас встречает мужская обувь. Это мужские кроссовки. Так, по цене 349 тысяч сум. Вот такая обувь. Дальше у нас идут тоже, это мужская обувь, по цене 399 тысяч сум. Также здесь представлены другие варианты мужской обуви, вот по цене 549 тысяч сум. Эти у нас идут следующие по цене 749 тысяч сум. Как я ранее говорила, вы для себя можете переводить по курсу в любой удобной для вас валюте. Дальше у нас тоже идут вот такие кроссовки Polo по цене 749 тысяч сум. А 999 – это миллион сум. Дальше тоже у нас Polo по цене 599 тысяч сум. Выбор огромный, цены различные. 459 тысяч сум. Здесь также представлена мужская обувь. Кожаные изделия по цене 1 миллион 149 тысяч сум. Дальше у нас обувь идет миллион сум.
Это у нас тоже миллион сум. Наступила весна, теплое время года, поэтому здесь уже представлены вот такие варианты обуви. Это у нас идет весна-лето. Вот такая дышащая обувь по цене 479 тысяч сум. Здесь у нас представлена женская весенняя обувь по цене 289 тысяч сум, 319 тысяч сум, 499 тысяч сум. Качество разное, цены тоже идут разные. Также для наших женщин представлена легкая летняя обувь, шлепанцы, от фирмы Polaris по цене 159 тысяч сум. Очень большой выбор женских сумочек от фирмы Polaris по цене 299 тысяч сум. А также представлена вот от этой фирмы Инки, да, если я правильно прочла. Эти сумочки у нас идут по 999 тысяч сум, миллион сум. И также вот такой вариант сумок, они идут по 869 тысяч сум. Также здесь представлен огромный выбор детской обуви, от совсем вот таких крошечных до более крупных, больших размеров, подростковых размеров. Цены тоже идут различные, зависимо от качества обуви, от производителя. К примеру, вот такие сандалики на девочку идут по цене 349 тысяч сум. А вот такие модели босоножечек идут по 369 тысяч сум. И дальше еще один вариант по 249 тысяч сум. Очень скоро уже у нас лето. И вот здесь можете видеть, представлены детские кроксы по цене 119 тысяч сум. А вот такой небольшой обзор магазина Фло. Я думаю, какое-то общее представление у вас уже есть по ценам, по товарам. Друзья, на третьем этаже у нас находится фудкорт, но сегодня наш выпуск немножко не об этом. Я думаю, что то, что пожелали мои подписчики, общее представление и понятие у вас есть о торговом центре. Вот. Как просили, я сделала небольшой обзор продуктов питания и также одежды. Что хотели бы вы увидеть в следующих моих выпусках, пишите, оставляйте комментарии, пожелания свои. Вот. Я буду учитывать все пожелания подписчиков и стараться выпускать видеоролики на эту тему. На сегодня, я думаю, будем завершать наш выпуск. Всем пока и до следующих встреч!